Дорогие подписчики, всем привет! Сегодня в видео хочу показать вам практический урок, как я пригибаю вот такие варианты побегов замещения вертикально растущих. Это у меня молодые кусты. В начале роста побегов замещения я прошлась, все пригнула. Потом мне некогда было просто, я упустила этот момент из вида. И уже посмотрела, конечно, стоят они вертикально. Но мне побеги нужно обязательно пригнуть, как говорится, либо сломаю, либо пригну. Поэтому буду гнуть и решила снять вам видео, потому что много было комментариев по поводу того, что побеги ломаются. Да, конечно, они могут поломаться, но хочу сейчас показать, как делаю это я. Возможно, кому-то это будет полезным. Так, я сейчас установлю камеру, так, чтобы было видно. И буду потихонечку пригибать. Друзья, я думаю, что так вам должно быть видно. Вооружилась я, сразу вам покажу, чем я вооружилась. Это топенер и скобы, на всякий случай. Топенером я приловчилась подвязывать к нижней проволоке. Это 40 сантиметров в нескольких местах. И тогда побег растет очень ему комфортно. Он параллельно растет земле. Значит, побег толщиной, где-то здесь 1,5 сантиметра, у основания 1,2 сантиметра, высота его где-то 1,30 м. Я надеюсь, что вам сейчас будет видно, как я это буду делать. Значит, смотрите, я начинаю гнуть, беру двумя руками, вот примерно вот так, то есть не у самого основания, а где-то посередине, вот так, на расстоянии где-то 40 сантиметров, и начинаю плавно. Чувствуя, а вернее слушая, если вдруг характерное потрескивание побега происходит, я останавливаюсь. То есть, если вы слышите, как чуть-чуть начинает побег трещать, соответственно, значит, он сейчас лопнет. То есть изначально я гну где-то в середине. Нижней рукой я четко фиксирую побег, и получается под рукой он у меня статичен, и там у меня натяжение не происходит. То есть у меня сейчас происходит натяжение между двумя моими руками. Изгиб, вернее. Главное слушать. Здесь он уже немножечко согнулся. Просто если вы начнете гнуть сразу внизу, то практически 100% он у вас поломается. То есть даже если вы сейчас вы видите изгиб, да, произошел, изгиб произошел на уровне 80 сантиметров, то есть это вторая проволока. То есть даже если вы внизу там больше не сможете согнуть, то хотя бы временно можно прификсировать его к вот этой высоте. Побег привыкнет так расти, и чуть-чуть позже можно будет пробовать его дальше изгибать. Либо бывает такое, что вешают груз какой-то, и побег под грузом немножечко прогибается. Ну, когда речь идет об одном кусте, я понимаю, что 4 грузика можно найти, там повесить. Но когда много кустов, конечно, это не очень удобно, скажем так. Поэтому я рискую, гнем дальше. Теперь я опускаюсь ниже руками, перехватываюсь, берусь там, где уже произошел изгиб. И там, где у меня было статично, опускаюсь немножко ниже также. Фиксирую побег, то есть ниже моей нижней руки побег статичен, там напряжения нет.
О, товарищи, хруст пошел. Хруст пошел, это просто колокольчик такой, что нужно очень аккуратно. Главное еще понять, в каком месте пошел хруст. И перестать в этом месте гнуть. Ну, у меня побег практически до нижней проволоки дотянулся. В целом я могу его сейчас прификсировать, оставить его чуть-чуть в покое и потом догнуть. Но что-то мне хочется его еще согнуть. На этом, наверное, все. Сейчас покажу вам, как я креплю побег к нижней проволоке, к нижней или к верхней проволоке, до какой там вы дотянете. Креплю я его не плотно, не таким образом, как я прикрепляла побеги, которые плодоносят. Я специально оставляю свободный ход, то есть максимально, насколько это пенер мне позволит, я максимально далеко его от проволоки фиксирую, чтобы он свободно мог расти именно в этом пространстве. И еще в одном месте креплю для того, чтобы эту параллель сохранить. Вот так. Ну, сантиметров 10, наверное, получается. По крайней мере, он не вертикально растет. Да, на уровне 40 сантиметров это нормально. Уже можно эти побеги пригнуть. Ну, либо же можно чуть позже его еще придавить и опустить его чуть-чуть пониже. Этот побег я уже гнула, поэтому он не совсем вертикально. Сейчас я его тоже пригну. Побольше постараюсь его согнуть, пониже вернее. Хотя он сантиметра 2,5, он потолще просто, поэтому я его вчера гнула, он начал хрустеть. Я не стала испытывать судьбу. И остановилась. Вот он опять хрустит. Его просто нужно подсогнуть внизу, а внизу он начинает хрустеть, потому что он слишком толстый. Ну, я его смогу к нижней проволоке все-таки прификсировать, пусть не параллельно, но лучше я прификсирую его так. Как-то так. Самое главное делать очень-очень плавные движения, потому что перелом происходит тогда, когда вы берете большое расстояние и сразу начинаете его гнуть. Я сначала гну в середине побега, потом только внизу побега я опускаюсь все ниже и ниже.
Если вы резко, конечно, резкие движения сделаете, то побег ваш сломается. Но опять-таки же, если даже ваш побег поломался, страшного в этом ничего нет. Он раздвоится и будет у вас два побега. То есть как бы ничего страшного все равно не происходит. Но, конечно же, хочется сохранить хороший, мощный, толстый побег. Поэтому просто, друзья мои, будьте аккуратны. Я надеюсь, что это видео вам поможет быть, скажем так, аккуратнее, внимательнее и сохраняйте ваши побеги замещения, потому что это урожай вашего следующего года. Все, друзья, всем пока!